со вчерашней ночи Украина стала превращаться в диктаторское государство. Решением СНБО Зеленский запретил 3 оппозиционных канала. И новость эта, конечно, разлетелась по всем СМИ, ее активно обсуждают. Неудивительно то, что общество разделилось на 2 лагеря, и Зеленский, как обычно, только усугубил раскол в обществе, а не объединил его. Особо порадовали националисты, которые утверждают и пишут, что это даже не заслуга Зеленского, а то, что это новая администрация президента Америки. Ему пишут, вот что Байден же вотворящий делает. Ну, по сути, подтверждая внешнее управление Украиной Соединенными Штатами Америки, хотя они это будут, конечно же, отрицать. И украинские СМИ уже успели объявить о поддержке ЕС в этом решении. Ну, как сообщает неуважаемая мной «Европейская правда», об этом заявил там некий господин Точицкий, представитель Украины в ЕС. Там якобы на заседании комиссии по вопросам координации договора ассоциации, там, ну вот его слова, уже сегодня, начиная с самого утра и с вчерашнего вечера, очень одобрительно отнеслись в Еврокомиссии и службе внешней действий до вчерашнего решения Совета национальной безопасности по нашим санкциям. Ну, это пока, мол, не официальная реакция, но он думает, что в ходе визита премьер-министра в Брюссель они услышат официальную. Ну, такую дичь он ляпнул, я, конечно, честно говоря, немного сомневаюсь в этом, но все же, они уже успели объявить о поддержке Евросоюза. Но давайте немного подумаем с холодной головой и спокойно. Первое. Санкции ввели против человека, а не каналов, да, то есть ему забрали лицензии и, соответственно, каналы не могут работать. Вопрос, а если поменять просто главу медиахолдинга и поставить другого человека, он не сможет открыть лицензии? Ну, знаете, дальше, мне кажется, советники президента настолько недалекие, что не понимают, такими действиями они ведь только повышают рейтинг ОПЗЖ и понижают Зеленскому. Националисты, они его как не любили, так и не любят. А вот центристы, которые за него голосовали, еще больше оттолкнутся от него, видя, что ну, это же абсурд полнейший. Кстати, стоит отметить, что на решении СНБО только один человек воздержался. Это был Дмитрий Разумков. Ну, он, кстати, на днях выпустил рекламный ролик. Ну, такой хороший, умный парень, едет на машине. Ну, очевидно, что он продвигает свой новый проект. И это будет альтернатива слугам народа. Но мы отвлеклись немного. Потом же я подумал. Может, наше внимание отвлекают от какого-то другого скандала? Ну, якась зрада опять. И да, да есть же, вот, как пишет Коммерсант. Смотрите, США заявили о готовности в начале переговоров о прекращении санкций против Северного потока 2. Ну, то есть, представляете, да? То, чем манипулировали США, Европа там при постройке Северного потока, говорили, никто никогда не достроит. Вот же, все, они достроят его, и этом заявляет само США. Где? Об этом кто-то говорит? Нет. И тут смотришь на это и удивляешься лицемерию всех этих товарищей. Вот смотрите, получается, Зеленскому торговать электричеством с Россией можно. А углем никому нельзя. Все, об этом открывается дело, и человека объявляют террористом. Хотя это незаконно, у нас есть презумпция невиновности в Украине, по крайней мере, должна действовать. И если у него дело открыто, а решения суда еще нету, его считать террористом или пособником террориста нельзя. Соответственно, применять закон о санкциях нельзя. И я считаю, что президент нарушает закон, конституцию, и как он сам обещал, если я нарушу закон, то я уйду. Но он уже не единожды это делает. Володя Зеленский, к сожалению, лицемер и лицедей, он будет дальше разваливать Украину. А вот что будем делать мы? Будем за этим наблюдать тихо и смотреть, либо выйдем и скажем свою позицию. Будем отстаивать свободу слова, либо смиримся. Это зависит от нас.